Привет, друзья! Канал «Реализация законного права». Право на образование в Дании по временной защите. После регистрации в коммуне семьям с детьми будет предоставлено направление в школу. Мы сейчас живем в условиях военного времени, но при этом важно понимать и знать свои права за границей. Подписывайтесь на канал и увидимся в следующем видео.